Помыли мою машину. Добрый вечер, девочки и мальчики. Вау, помыли мою машину. Посмотрите, как она блестит. Как я ее люблю. Кисюня, что хочешь сказать? Она вам приветствует тоже, Кисюня моя. Смотрите, как мне ее отмыли. Как мне ее помыли. Как она блестит. Это же просто супер, ребята. Какая у меня красивая машина. Все равно я ее люблю. Вот я ее сейчас покрашу, когда другую мне принесут. Я ее отправлю покрашу. Мне ее от души вымыли, ребята. Как она блестит вся. Вся блестит. Ой, и запах такой хороший. Видите? От души ее мне вымыли. Какая она была грязная, ребята. Какая она была грязная. Даже не грязная, а пыльная. Вообще шикарно мне ее отмыли. Везде. Я ее сейчас покрашу. И будет просто не машина, а конфетка. Вот эти места были такие пыльные, ребята. Вот это все. Не продаю я свою машину ни за что. Ни за что не продаю. За какие-то даже... О, у него же даже километров нету. Вот сейчас я ее покрашу. Вот видите, это уже от того, что она уже старенькая. Вот ее этот... Вот это все я покрашу, ребята. Мне ее отрихтуют, да, или как там называется. И колеса мне вот сделали какой-то спрей, там все. Все шикарно, ребята. Зачем мне ее этот... Ай, балдею я от нее. Потом начал, чтобы не сглазить. Красавица моя машина, моя ласточка. Моя красавица. Моя красавица. Вот посмотрите, вот так. Подождите, здесь просто моего мужа машина. Посмотрите вот так, как она хорошо смотрится, ребята. Это же просто, это просто прелесть. Вот так. Я искупалась. Мой муж завтра, сегодня Адамчика мне звонил. Обиделся он. Тетя, так не делается, я тебя ждал. А я домой пришла, ребята. Я домой пришла, я соскучилась. Я уже целую неделю дома не была. И сказала ему: Адам, не обижайся, да, пожалуйста. Смотрите, мое видео записывает меня вот сейчас тоже. Видите, камера? Какая аккуратненькая, какая маленькая. И вон у него, вот видите, да, вот стоит там. Вот эта беленькая жесть, это от солнца, короче, берет она энергию, солнечную энергию. И записывает все. Вот. Я тебе, говорит, сюрприз сделал. Помните, я вам сказала, что он мне хочет утюг подарить такой, вот этот паровой. Этот, а я выбрала другой. Оказывается, он два утюга мне купил и сказал: я ж тебе подарок хотела сделать. Я говорю: завтра сделаешь, сынок. Я, говорит, уже выбрал кондиционер, говорит, когда за ним придете. Ну, за, там 40 евро, что ли, если они привозят. И мой муж говорит: в субботу я работаю. Кисюня, идем, идем, поздоровайся. Идем, идем. Смотрите, смотрите на нее. Идем, Кисюня. Скажи, Кисюня. Здравствуйте, мои ребята. Вам всем большое спасибо, скажи. Ага. Она хочет этот. Она хочет тепла, ребята. Смотрите, какая красивая. Сегодня тигр. Это тигр наш. Тигр де Бенгала. Кисюня. Ай, и qué bueno, eh? Какой хороший кот, ребята. А? И красавец такой. И пеша. Ага, и тяжелый такой. На его глаза, смотрите. А tiene momentos muy delgadete. Был в один момент, какой худенький был. Claro, te fuiste a Panamá. De viaje. Помните, как я переживала, когда он ушел? Venga, túmbate un poquito, así. Así. Mira, cómo nos gusta esto, ¿eh? Вот так. Так что в субботу тоже мой муж работает. Угу. Мой муж в субботу работает, ребята, потому что шеф сказал ему. Ну, попросил, короче, по-хорошему. Приходил, он не хотел. Мой муж. Ну, в субботу все-таки это... Да, хорошо, ребята. Инжир уже весь выпал. Посмотрю своих птичек. Как мои красавицы.
Как вы, мои красавицы! Как вы, мои солнышки! Надо нам корм купить уже. Часки сегодня, сейчас обратно тебе сейчас время уделю. ¿Dónde la habrán pillado esto? Esto se la habrán tirado a ellos. Cortamos, Karen, dejamos abierto. Esto vamos a ver, давай отпустим их тоже. Esto bobería, tenerlos ahí encerrados, pobrecito. No, lo haces así. Esto es como, como la púa de acá atrás. Hombre, они же говорят, как в тюрьме. Ah, no, si por aquí no sale. Sí, sí, sí sale. Ah, vale. Oh. ¿Eh? ¿Esto? ¿Sale majo? Ahora ya está. Ой, они же давно, они же не летали. Están ahí los pobres. Bueno, bueno, bien, bien, esto bien. Lo que hay que hacer es lavarla. Сейчас уберем клеточку. И Paco decimos. Ay, вы мои красавицы, как я вас люблю. Mira lo que contento está. Смотри, говорит, какие они счастливые. Ay, не видно, ребята. Вы мои красавицы. Каждый день вот сюда захожу, ребята. И они меня так настроение поднимают. Как я их люблю. Люблю я своих птиц. Какой здесь срачельник, ребята. Только в субботу. В ту субботу я все убирала. Посмотрите, ну чем больше птиц, тем больше срачи. Ничего страшного, ребята. В эту субботу зайду. Ай, мои красавицы. Это, la caseta. Sí, la caseta y todo. Déjalo ahí, la lavamos. Eso también cógelo, porfa. Ай, мои красавицы, как хорошо, что этих попугаев мне муж подарил. Какие они красавицы. Они столько не летали, я представляю, как им сейчас хорошо. Представьте себе, вот так в клетке сидеть. Наверное, из Адама дома тоже принесу, тоже отпущу. Красавица моя. Вы любите птиц? А этот один, ему тоже надо. Никак не могу найти для него девочку или мальчика там. Ну еще. Я еще куплю птичек. Ой, не знаю, ребята, что мне купить. Птицы, кирпичи. Сегодня мой муж ходил, ему нужно этот... Короче, там такую сумму он мне тоже сказал. Посмотрим, ребята. Посмотрим. Чуть-чуть мне надо угомониться с покупками. То это, то то. Ай, Кисюня. Ай, красавица. Ай, моя сладенькая. Как ты себя чувствуешь, а? Ай, моя хорошая. Ай, моя сладенькая. Смотрите, здесь он постриг, а здесь я нет. Посмотрите, как трава выросла. Надо и там постричь. Ой, ребята, сейчас суббота будет работать. Если в эту субботу, только в эту субботу, я вам сказала. Не ходи, не хочу. Хочу мужа дома. Хочу мужа дома. Красавица, скажи. Скажи что-нибудь. Она разговаривает, ребята. Кисюнь, скажи что-нибудь. Куда так она смотрит? Что она увидела там? Радость-то какая, а, для них. Сейчас я им кушать насыпала. Вот, я вам говорила, да? Илья на мукбанге говорила, что продается такая уже сделанная деревянная клетка, красивая. Хорошо сделанная клетка. Вот, хочу купить для птиц. Для птиц. И вот сюда его поставить. Вот сюда. Вот сюда. Для птиц. Так что очень конкретно сделано. Моя красавица. Ой, ребята, пахнет так хорошо. Просто вы не представляете, какой здесь запах. Вот огня, костра, свежести. Вообще,
Этот куда я не пойду, то передо мной ложится. Короче, Адам на меня обиделся. Я ему говорю, не обижайся, сынок, завтра приду. Завтра приду. Мне сегодня только осталось пропылесосить и полы помыть. И все. Все равно это большой дом, ребята. Я все не успеваю сразу, одним разом, да. Раньше успевала, наверное, была молодая. Или не знаю, как я так раньше успевала. Все равно все, сейчас зима. Все равно сегодня утром чувствовалось. Сегодня утром плюс 3 градуса только было. Плюс 3 градуса только было. Ой, такая тишина, благодать. Так что Адамчику завтра извинения попрошу. Просто не отнесу, я не понесла сегодня. Ну вот так, ребята. Вот, девочки, пришел мой муж. Ходил, смотрел, сколько стоит. Вот в этой фирме Хадависа. Все поднялось, цены, ребята. Все цены поднялись. На кирпич поднялся. Если раньше кирпич 52 копейки стоил, вот один там, который нам нужен, да? Сейчас 1 евро 10 стоит. Представляете, да? Вот. Короче, это Техас. Черепица. Вот нам нужна черепица 669 евро. Ребята, потом... Потом другой фирмы там... Черепицы разные бывают. Для закрытие, такие черепицы, такие, короче, чтобы нам сделать это потом кирпичи, это все черепица, вот разные они видов, короче, разные формы, и каждая по-своему стоит. Вот посмотрите на эти цены, ребята, посмотрите на эти цены. Теперь смотрите, сколько. 2031. Оттуда он мне говорит, я вот эту черепицу уберу, вот эту черепицу уберу, возьму другую подешевле, может быть, чуть-чуть дешевле. Короче, у меня же муж получает этот, в декабре двойную зарплату. Так у нас делается двойная зарплата, ребята, для расходы, короче, новогодние. Да? Мы вот эту двойную зарплату не тронули. Теперь мы ходили в другое место, может быть, там дешевле, мол, будет. Это еще не здесь, вот, короче, выходит намного дороже. 421 там. Он вот это все увидел. Короче, мы в нескольких местах ходим, да. И получалось там 1600, но это здесь не хватает еще кирпичей, там чего-то там не хватает еще. Он мне говорит, что здесь дороже стоит. Короче, придется здесь. И вот, короче, посмотрим, сможем осилить в этом месяце, не сможем осилить в этом месяце, купить вот это все. Потому что стройка стоит, кирпичей нету, ничего нету. Потому что, чтобы крышу сделать, ну, потом вы видите его, посмотрите, как он там делает и все. Там, короче, конкретно нужно там наверх и кирпичи нужно, и то нужно, и цемент нужен, и этот за то, что, чтобы этот, чтобы только нам привезли вот это все, это у нас берут 60 евро. Вот, за только привоз. Вот самый дешевый это вот привоз. А, и 30 евро за что это? 30 евро это на чем кирпичи стоят? Вот это деревянные вот эти штучки, на чем? Вот они тоже, короче, деньги стоят. Представляете, 30 евро за это нам берут. У нас очень сильно поднялась цена на бензин и на солярку. Вот, и, конечно, кирпич на чем делается? На солярке, на газе. И поэтому, ребята, сейчас цены тоже поднялись на такой товар, короче. Расстроилась. Одну думала, мы так считали, более-менее нам выходило 1500, а сейчас выходит 2-300. Оттуда, ну, уберите 300, 200 уберите, потому что даже не 200, даже 150 уберите, потому что он мне сказал, что вот этот, ну, как-то по-другому будет делать, короче, оттуда, может быть, 150, короче, мы сэкономим. Ну, там цементом, короче, он там замажет, там что-то, короче, я же это тоже не понимаю, ребята. Понимаю, высказаться не могу, понимаете? Вот так, ребята. Это все, что стоит. Это ИВА, который государственный налог 21%. Получается, государственный налог... не фокусирует, ребята, подождите.
Вот, государственный налог 21%, да? Вот это получается государственный налог 387.25, это мы платим ИВА. Ну, государство платим за то, что вот налог. И получается все, короче, тотали этот. Есть люди, которые, ну, если знакомые, там, хорошие туда-сюда, этот могут там чуть-чуть убрать, там. Ну, махинация делать. Мы не делаем такие вещи. Нам это не нужно на всякий случай, да? Короче, все честно хотим. Этот. А по-честному уже тяжело, ребята. Вот так, короче, немножко расстроилась. Да ладно. Сейчас я вам покажу. Подождите. Вот, мой сынок вот говорит, давай вот этот возьмем, ему намного дешевле дают, вот этот, а я другую фирму хотела, а мне сыночек говорит, тетя, мне шеф сказал, если она, говорит, нехорошая, говорит, тебе, говорит, ну, там, вернут, там, деньги, там, туда-сюда, короче, вот так, сейчас я вам покажу кондиционер, не могу кондиционер показать, почему, потому что на этом телефоне, на котором я записываю, моя дочка учится. Что хочешь сказать? Что делаешь? Уроки делаешь, да, доченька? Математика? А, что, социалис? Лингва. А, лингва. Ну, язык. Моя красавица. Вот так, ребята.